Сейчас я расшарила экран снова. Надеюсь, меня хорошо слышно сейчас. Да, Чате. все Все, слышно. отлично. Спасибо большое. Просто перепроверяю, а то это еще раз не хотелось бы проговаривать. Здравствуйте, меня зовут Колчева Ольга, я являюсь консультантом компании Табло. Я сегодня на этом вебинаре для того, чтобы рассказать вам про новые функции, которые вышли в релизе 2019.3. Некоторые из них, я про некоторые из них хочу с вами не только поговорить, но и показать их вам. Некоторые из них мне нравятся особо, я, наверное, немножечко буду предвзята иногда местами. Я люблю все, что связано с данными, с трансформациями данных, поэтому табло-каталог и некоторые другие функции вызывают мне особый энтузиазм. Давайте, прежде чем мы перейдем непосредственно к части, связанной с контентом, поговорим немножко про процесс вебинара, что вы можете как делать. Оставляйте, пожалуйста, вопросы. Если у вас есть вопросы, у вас есть окошко Q&A, чатик, в котором вы можете записывайте вопросы, которые у вас появляются по ходу вебинара, особенно если вы боитесь их забыть. И тогда в конце вебинара мы оставим время на ответы на эти вопросы, чтобы вы могли их обязательно зачитают, по крайней мере, те, что мы успеем, зачитают, и я постараюсь на все на них ответить. А если у вас возникнут какие-то технические сложности, для начала попробуйте обновить ваш браузер. Если это не поможет, вы также можете воспользоваться окошком Q&A для технических каких-то вопросов, которые у вас возникают в связи с трансляцией. Со мной сегодня на звонке мои коллеги Юля, Алексей, которые помогут нам сегодня находить все самые важные вопросы, ответить на них на все. Это аккаунт-менеджеры, которые работают на территории России. Также к нам сегодня позже присоединится чуть-чуть Елена Клочкова и Екатерина Скрипченко. Так что со мной сегодня мои коллеги, и спасибо им большое, что они с нами и будут помогать нам проводить этот вебинар. Основные части релиза 2019.3 сфокусированы на следующих возможностях. Первое, чем больше становится данных в вашей инфраструктуре, чем больше происходит источников данных, некоторые данные, источники, возможно, даже дублируют друг друга, да, используют общие поля, общие показатели, то первостепенным становится вопрос доверия к этим данным, особенно с учетом того, что сейчас с релизом Tableau Prep в Tableau вы можете делать более сложные трансформации ваших данных, чем до этого. И для того, чтобы доверять результирующим данным, вам нужно всегда четко понимать, откуда они пришли. Второй элемент, на котором мы сконцентрировались в этом релизе, это успешное масштабирование. Многие наши клиенты начинали с достаточно небольших инсталляций, позже пришли к очень крупным инсталляциям со многими средами, с кластерами, в которых содержится много нод, и управление такой системой требует постоянного понимания администратором того, что там происходит. И также любые вопросы миграции и переноса контента становятся тоже очень критичными, потому что нам не хочется каждый раз затрачивать слишком много человеческих ресурсов на это. И в продолжение темы всего этого года, как мне кажется, когда каждый релиз мы добавляли функциональность, которая позволяет анализировать данные более просто большему количеству людей, мы хотим еще больше расширить количество людей, которые могут получать какие-то инсайты, сделать так, чтобы в конечном итоге платформой Tableau мог пользоваться каждый, кто работает в вашей компании. Давайте начнем с первой части, и тут речь идет о данных, которым мы можем доверять. В прошлом году, в апреле прошлого года, мне кажется, нет, да, в апреле прошлого года вышел новый продукт Tableau Prep. А с тех пор, как он вышел, наверное, порядка 10 тысяч организаций уже начали использовать его в своей ежедневной работе для очистки, обработки, трансформации данных в те форматы, в котором анализировать их наиболее удобно. И изначально Tableau Prep был просто десктопным клиентом, который получал каждый аналитик на свое рабочее место. Но чем больше процессов появилось в Tableau Prep, чем больше задач было автоматизировано и упрощено для пользователя, тем больше
появлялся запрос на то, чтобы эти трансформации можно было запускать на сервере. Потому что мы один раз построили интересную трансформацию, мы обработали данные так, как это нам удобно, мы хотим это выполнять на ежедневной, еженедельной, ежемесячной основе. И в начале этого года у нас вышло дополнение к платформе Tableau, которое называлось Data Management Add-on. Это произошло в релизе 2019.1, и это дополнение включало в себя на тот момент только Tableau Prep Conductor, то есть серверную компоненту Tableau Prep, которая позволяла эти трансформации, вашу логику обработки ваших данных запускать на сервере. Но на самом деле, в связи с тем, что теперь ваши трансформации запускаются по расписанию, регулярно обновляют ваши данные, и вообще на сервере становится много разных источников данных с разными типами, с разными способами подключения, с разной логикой обновления. Больше данных, больше источников их появления на сервере. Как удостовериться, что все эти данные актуальны, качественны, корректны, или понять, какие из них актуальны, качественны и корректны. И именно как ответ на этот вопрос в релизе 2019.3 в пакет Data Management Add-on был добавлен Tableau каталог. Все наши клиенты, пользователи, которые в начале года там, или в течение 2019 года пользовались Data Management Add-on, они получили Tableau каталог автоматически при обновлении до версии 2019.3. Давайте посмотрим, что в себя включает Tableau каталог, какие в нем есть функции и кто те пользователи нашего сервера, которые могут получить реальную выгоду от использования Tableau каталога. Скажите, пожалуйста, сейчас, Юля, там маякни мне в чатик, что видно мой сервер уже, а не презентацию. Надеюсь, видно. Смотрите, я логинюсь в мой Tableau сервер, который у меня обновлен до последней версии. И в данном случае я логинюсь с правами администратора. Как только я захожу на мой сервер, и он говорит мне, что я не могу на него зайти, я сейчас попробую сделать это еще раз. Я вижу обычный интерфейс сервера, стандартный, с которым вы, возможно, уже работаете. И здесь у меня есть все те же самые меню, которые были до этого. Это Home, Explore и так далее. И также я могу увидеть здесь новую вкладку, которая называется External Assets. Для того, чтобы посмотреть, что здесь находится, я просто кликаю сюда, и я вижу все те базы данных, которым у меня выполняется подключение на моем сервере. Я вижу здесь не только сами базы данных, но и я вижу количество рабочих книг, которые их используют, и количество источников данных, построенных над этими базами. На всякий случай, в табло источник данных не равно базе данных, да? Источник данных – это некая схема ваших данных, уже соединенных между собой по определенной логике. Соответственно, я вижу, что, например, вот эта база данных используется двумя независимыми источниками. Плюс, что вы еще можете уже задать здесь на уровне дата-каталога? Вы можете для каждого источника данных задать контактное лицо. Это человек, который отвечает за этот источник, может ответить на вопросы по нему, который может помочь, если происходит какой-то maintenance, да, и если происходит какое-то техобслуживание, у него будет эта информация, он может нам помочь своей экспертизой. Но работать на уровне баз данных абсолютно недостаточно, мне кажется. Нам нужно иметь возможность провалиться глубже. И я вижу, что, например, вот этот источник данных, он у меня уже помечен как сертифицированный. Это значит, что я могу ему доверять. Я хочу посмотреть, что находится внутри него, из каких объектов он состоит. Я вижу, что это источник данных, который создала я. Я же его и сертифицировала, очень удобно. В вашем процессе это могут быть два совершенно независимых человека. Вы видите, что контактные лица могут быть добавлены на уровне даже отдельных таблиц, для того, чтобы всегда знать, к кому обратиться по какому-то вопросу о табличке. Вот. Но также, что мы здесь видим, это
Здесь вот это небольшое окошко, небольшой значок, который показывает, что у меня с этим источником данных есть к нему какие-то вопросы. Я могу кликнуть сюда и увидеть, что данные не были обновлены в связи с работами на источнике и что данные могут быть неактуальны в этой таблице. Я хочу понять, сколько воркбуков у меня будет как бы подвержено влиянию этого нюанса, да, и также хочу понять вообще, сколько данных из этой таблицы используется в моих воркбуках. Если я сейчас перейду на уровень этой таблицы, то у меня откроется каждая колонка, которая в ней есть. Я могу посмотреть, на скольких рабочих листах эта колонка используется, во скольких источниках данных. Это очень полезно. Я, например, понимаю, что на самом деле у меня не так много данных из этой таблицы берут мои рабочие книги, но я все равно хочу идентифицировать владельцев моих рабочих книг о том, что что-то происходит с этими полями. Я могу даже там скопировать название, и у меня здесь есть сбоку так называемый lineage tool, который позволяет мне проследить все связи от первого шага до того шага, на котором я сейчас нахожусь, до владельцев контента, которые работают с этой таблицей. Я могу перейти к владельцам этого контента, выбрать их, выбрать кнопочку «Отправить email» и написать им email о том, что две колонки используются в их рабочих книгах, и что на данный момент эта таблица у нас находится под сервисным обслуживанием, поэтому данные в ней могут быть неактуальны. Я могу отправить этот email прямо отсюда, мне не нужно заходить в какие-то другие ресурсы, мне не нужно добавлять большое количество информации. Это не только инструмент мониторинга, но и инструмент управления этими данными, этой информацией. Кроме людей, которые являются владельцами источников данных, кому интересны эти связи, количество воркбуков, которые построены над нашими объектами баз данных, есть еще наши обычные пользователи. И давайте посмотрим, как наш обычный пользователь может работать с табло-каталогом и как он может получать выгоду от работы с ним. Также я хотела бы, прежде чем мы перейдем к нашему обычному пользователю, показать, как будут выглядеть данные в случае, когда мы работаем с табло преп-кондактором. То есть, когда у нас есть трансформация, наш flow, который использует эту базу данных, видите, мы не останавливаемся на уровне flow. Наша аналитика все равно идет вплоть до базы данных, которая в нем используется, поэтому вы все равно можете строить ваш lineage от начала до конца. Вот. Если я сейчас перейду в режим Explore, и я, например, в режим посмотрю мои любимые рабочие книги или последние открытые, я увижу, у меня здесь два дашборда. И если я сейчас перейду к этому конкретному листу, к этому конкретному дашборду, то я увижу какой-то дашборд, с которым я работаю. Как же для меня, как для конечного пользователя, табло-каталог, какой он мне может дать пользу? У меня появилась здесь новая вкладка, которая называется Data Details. Это значит, что я могу теперь узнать больше о моих данных, которые были использованы при создании этого дашборда. Особенно это может быть важно для вьюеров, которые могут до конца не понимать там логику, актуальность данных или у кого спрашивать про какие-то вещи. Соответственно, они могут здесь открыть эту дополнительную информацию и посмотреть свои data details. Я могу увидеть, что workbook называется следующим образом, я могу увидеть его автора и когда он последний раз изменялся. Но самое важное, что я вижу этот источник, на который мы с вами смотрели с точки зрения администратора, и все еще вижу эту нотификацию. Соответственно, мой конечный пользователь тоже может понять, какое качество данных здесь. И то, что из очень полезного, мне кажется, то, с чем пользователи не всегда могли работать, точнее, не могли точно работать, если у них не было прав на редактирование, я хочу узнать логику, которая стоит за этим расчетом. Нередактируемый отчет. Я не хочу переходить в режим редактирования, но я хочу понять, как мое расчетное поле, по какой логике оно выполняется. И у меня здесь открывается меню, в котором я могу увидеть все, начиная от комментария, оставленного владельцем источником данных, до форматирования, которое выполняется по умолчанию на этом поле, и также расчетное поле, которое у меня здесь
используется, да, то есть как было вычислено мое значение. Отлично. Кроме того, что Tableau Catalog позволяет вам смотреть, да, на то, как уже были созданы те представления, с которыми вы работаете, он также помогает эксплорерам и креаторам создавать новый контент и быть уверенными в качестве этого контента. Я сейчас перехожу в режим представления, да, в котором я вижу все мои папки, я могу создать новую рабочую книгу буквально в один клик мышки. И как только я делаю это, у меня открывается диалоговое окно. Я могу в этом диалоговом окне увидеть те возможности подключения, которые у меня сейчас есть. И в данном случае я могу посмотреть, какие источники данных есть на моем сервере. Я хочу посмотреть информацию по opportunities, которые есть в моем датасете. И я просто ищу это в том, на том сленге и жаргоне, который принят у меня в компании. И я вижу, что у меня три есть источника данных, которые отвечают на вопрос по opportunities, по нашим возможным сделкам. Я вижу, что один из этих источников данных лежит в песочнице, и также он не сертифицирован. Наверное, это не тот источник данных, с которым я бы хотела работать. Также я вижу два сертифицированных источника данных, которые работают с двумя разными инстансами моей системы. И я, как пользователь, который знает, какой из систем обычно он обращается, могу подключиться к этому источнику и начать разрабатывать новый отчет, уже зная и доверяя тем данным, с которыми я работаю. Прошу прощения. Это то, что я хотела вам показать в плане использования табло каталога сегодня. И сейчас мы вернемся к нашей презентации для того, чтобы резюмировать наши основные свойства табло каталога, которые помогают нашим пользователям работать с данными более эффективно. Табло-каталог – это очень визуальный способ увидеть все ваши данные, используемые на вашем сервере в одном месте. Также, кроме визуальной составляющей, мы понимаем, каким данным мы можем доверять благодаря этому. Мы видим, как данные последний раз обновлялись, тип подключения человека, ответственного за этот источник, и любые нотификации о возможных проблемах с данными. Также это помогает нам более удобно искать источники на нашем сервере, потому что мы теперь знаем много, например, построено ли что-то на этом источнике, использует ли их кто-то, есть ли ответственный человек, который отвечает за качество данных в этом источнике. Соответственно, мы можем, благодаря этому доверять нашим данным и уже работать с ними. Вторая часть нашей сегодняшней презентации – это о том, какие функции Tableau добавил для успешного масштабирования, для крупных инсталляций. Из года в год мы добавляем все больше и больше enterprise возможностей, которые позволяют нашим крупным клиентам, да, перейти от такого локального использования Tableau к повсеместному. Соответственно, в этом году этот год не стал исключением, и в релизе 2019.3 был выпущен Tableau Server Management Add-on. Если вы следили за нашими бета-релизами или, возможно, как-то иначе участвовали в Tableau Community, да, взаимодействовали с нашими разработчиками, вы могли слышать кодовое название этого аддона как Project McKinley. Tableau Server Management Add-on позволяет вам повысить вашу эффективность и включает в себя первое – это Content Migration Tool, который вы сейчас видите на своем экране. Content Migration Tool позволяет вам переносить контент с одной среды на другой, и не только переносить, но и задавать там какие-то изменения, да? То есть я могу сказать, с какой среды на какую среду я переношу мой контент и проставить и делать это по какой-то логике. Например, если я проставила лейблы approved в моей песочнице, только дашборды с лейблами approved я могу переносить на мой целевой
на мой целевой проект. Соответственно, Content Migration Tool позволит вам использовать ваши ресурсы оптимально и устранит вот эту потребность в каком-то ручном переносе с вашей среды на среду, да, то есть из тестовой папочки в продакшн папку. Вы один раз зададите ваши правила, и вы потом уйдете спокойно смотреть за тем, как контент автоматически проходит через этап промоушена. Следующая важная часть, которую я хотела показать, это сервер менеджмент add-on, улучшая нашу масштабируемость, потому что зачастую инсталляции у наших крупных клиентов уже очень большие, это большое количество нод, это несколько сред, на которых происходит тестирование, отладка всех процессов за всеми этими, или, например, если вы используете какой-то disaster recovery сценарий, у вас может быть там даже hot standby версия вашего кластера. Соответственно, мониторинг всего этого становится очень сложным. Раньше приходилось использовать много каких-то разных тулов. Это были и просто внешние мониторинговые ресурсы, это были и какие-то написанные open-source продукты, которые мы публиковали на своем GitHub. Но чтобы собрать все это в одном месте, такого еще не было, поэтому теперь Tableau предлагает решение в виде нашего сервер performance tool мониторинга. Ресурс мониторинг tool demo. Давайте я быстро покажу вам, какие функции есть у ресурс мониторинг tool, что вы можете там найти и как он может вам помочь. Изначально, когда я начинаю работу с моим ресурс-мониторинг-тулом, я вижу те среды, которые у меня здесь подключены. В данном случае у меня используется только одна среда. Я могу посмотреть на количество критических ошибок и количество других проблем, которые у меня есть, или кликнуть на среду для получения большего количества информации по ней. Я вижу загруженность моего процессора, памяти, дискового пространства. Я могу увидеть мое конкурентное количество пользователей и пики по ним. Да, и более того, я могу сравнивать, как эти процессы между собой коррелируют. Если я, например, выбираю какое-то значение здесь, то я могу увидеть, да, эту отсечку на других визуализациях. Вы, наверное, видите такой светло голубой фон, который показывает эти же моменты, да, на других элементах. Также, что я еще могу увидеть? Я могу посмотреть здесь одновременно все четыре показателя по нашей серверным статистикам. Также есть вкладочка Insights, которая позволяет вам видеть тот контент, который потенциально может быть проблемным, да, то есть мы видим здесь самые медленные представления на сервере и самые долгие экстракт рефреша. Также мы можем посмотреть вплоть до каждой сессии, которая сейчас происходит на нашем сервере. Я могу посмотреть, какой workbook используется, кто тот пользователь, который с ним работает, количество реквестов, последнее время обновления. И, наверное, то, что все админы давно ждали и хотели, и, мне кажется, очень было важно и нужно, это непосредственно запросы, да, то есть мы можем посмотреть data queries здесь. Сервер мониторинг tool, ресурс мониторинг tool позволяет вам качественно отслеживать все процессы на ваших инсталляциях, причем одновременно мониторить не только одну из них, но и несколько. Это будет очень полезно тем клиентам, кто работает, еще раз упомяну, да, большая инсталляция или несколько сред, или, возможно, даже несколько инсталляций, да, внешние, для внешнего и для внутреннего пользования. Я сейчас вернусь назад в мою презентацию. У меня переключение между презентацией и демо занимает некоторое время. Прошу прощения за ожидание. Мы посмотрели, как работает наш ресурс Monitoring Tool. И также Tableau добавило функции по
улучшению безопасности. Теперь вы можете шифровать ваши экстракты, причем эта функция доступна не только пользователям сервер менеджмента Дона. Шифрование экстрактов стало важной частью компоненты доверия к данным, особенно потому что когда вы можете зашифровать соединение к вашей базе данных, но экстракты физически хранятся на сервере, поэтому, например, если это внешний use case использования ваших экстрактов, то это может быть важной функцией. Давайте посмотрим на все Server Management Capabilities, которые мы предлагаем в рамках Server Management Dona. В рамках Server Management Dona вы получите Tableau Resource Monitoring Tool, который я вам показала, Tableau Content Migration Tool, про который я вам рассказала. А также для клиентов, которые активно используют AWS, у вас появится возможность перенести ваш Tableau репозиторий на AWS RDS. Соответственно, вы можете более ваш, если инсталляция очень большая, зачастую взаимодействие с репозиторием и скорость его, и там, насколько это узкое место становится очень критичным. Также новый Server Management Add-on позволяет задавать роли вашим бэкграундерам. Мы знаем, что бэкграундер это такая часть вашего сервера, которая либо обновляет ваши экстракты, либо управляет рассылками. Соответственно, вы теперь можете специализировать ваши бэкграундеры, за что они будут отвечать, кто будет рассылки рассылать, кто будет экстракты обновлять. И также безопасность – это AWS KMS Support для зашифрованных экстрактов. Соответственно, сервер менеджмента Dawn – новая функция, которая позволит повысить эффективность, улучшить масштабированность и усилить безопасность вашей инсталляции. Мы переходим к третьей части нашей демонстрации, и тут мы расскажем более подробно о том, как Tableau надеется помочь всем пользователям, вне зависимости от их навыков, от их знаний, да, легко перейти от вопроса, что происходит, к вопросу, почему это происходит. В этом году мы выпустили в начале этого года Ask Data, которая позволяет вам задавать вопросы к вашим данным естественным языком. И вы можете написать вопрос, да, не строя визуализацию, не строя какие-то запросы. Но это все отвечает на вопрос «что?». А если мы хотим знать «почему?», я уже вижу «что?», но теперь для меня абсолютно критичным является ответить, в чем причина, какие могут быть варианты, почему такое происходит в моих данных. То тут на помощь нам придет функционал «Explain Data». Это функционал, который будет доступен всем креаторам и эксплорерам, и доступен он будет на сервере и в десктопе для того, чтобы объяснять какие-то инсайты про ваши данные, которые вы сами можете еще не видеть. Узнавайте, почему ваши данные выглядят так, как есть, быстрее. Узнавайте больше о них. Если у вас большой датасет, где вы не можете просмотреть все колонки, все столбцы, которые могут как-то влиять на причины. И исследуйте объяснение. Если вы уже нашли ответ «почему», вы хотите задать второе «почему» к вашему ответу, не останавливайтесь на этом, копайте глубже. Давайте посмотрим, как это работает в нашем ежедневном обиходе, да, как мы будем работать с Explain Data. Давайте посмотрим на мой экран. Сейчас здесь видно представление, которое показывает срок владения недвижимостью, срок жизни в доме по разным частям Лондона. И, как вы видите, это очень простое представление. Мы видим здесь широту, долготу, мы видим нашу геометрию, которая отрисовывает наши части, наши полигоны, да, и мы видим средний срок владения недвижимостью. То есть у нас нет большого количества показателей непосредственно в этом представлении. Но если мы посмотрим в наш сам датасет, то он достаточно крупный. Мы здесь видим много разных вариантов, много разных срезов, которые могли повлиять так или иначе на наше значение.
И я вижу, что у меня есть один из районов, в котором значение показателя этого, оно намного ниже, чем в других. И я хочу ответить на вопрос, почему. Для этого я просто кликаю на этот элемент, у меня появляется мое стандартное меню, и здесь, в этом стандартном меню, я вижу новый значок, который как раз будет вызывать функцию explainData. Я кликаю на этот элемент, и у меня запускаются алгоритмы машинного обучения, которые за меня, вместо меня проанализируют другие колонки, другие элементы моего набора данных, и позволит мне быстрее и более качественно ответить на те вопросы, которые передо мной стоят. Давайте обратим внимание, что, в принципе, это может занять какое-то время, потому что у нас достаточно большое количество объектов в моем источнике данных, которые могли повлиять на значение в выбранном регионе, и вот табло начинает возвращать мне объяснение. Я вижу, что для средней продолжительности владения у меня нашлось целых 4 объяснения. Каждый из них с ситуацией, которая это объяснение дополняет. И кроме тут много разных объяснений, например, доля молодых этнических сообществ в этом регионе выше, чем по остальным регионам. Меня заинтересовало объяснение, которое связано со средним возрастом. Я хочу взять вот эту визуализацию, которую табло для меня создало, как объяснение, и перейти к ней. У меня откроется сейчас новое окно, которое мне покажет ту же самую визуализацию, которую я использую сейчас. И я вижу, что у меня здесь используются какие-то агрегированные значения. Вместо этого я хочу взять и вынести сюда мой медианный возраст. И я вижу, что мои распределения по возрасту различаются среди пользователей, которые живут в этом регионе, по сравнению с пользователями, которые живут в других регионах. Таким образом, я могу взять все те объяснения, которые табло мне дало, и продолжить исследовать их, как обычные представления. В них нет чего особенного. Я могу поменять тип визуализации, я могу поменять большое количество вещей, которые связаны. Ну, то есть это обычная визуализация табло. И еще одна вещь, которую я хотела продемонстрировать. Сейчас перейду к второй визуализации, которая тоже связана с анализом цен в данном случае на недвижимость в Лондоне. И я нашла один регион с интересным инсайтом. У меня здесь есть два пика, выпадающие значения, которые меня беспокоят. Я хочу понять, с чем это связано. И я могу объяснить мои данные еще раз. Кликну на этот пик. И опять-таки запускаются мои алгоритмы машинного обучения, которые мне позволяют узнать больше о том, с чем это может быть связано и чем это может быть продиктовано. И на самом деле тут много разного рода объяснений, но то, которое меня заинтересовало больше всех, это поле Type. Если я обращу внимание на поле Type, то я увижу, что у меня в этой точке значительно выше значение количества недвижимости, значительно больше влияет недвижимость с типом прочее. У меня есть подозрение, что именно, возможно, прочее является причиной моих таких данных. И также табло показывает мне еще одно объяснение, одно большое экстремальное значение. Давайте перейдем к тому, как мы визуализируем это. Табло нашло, что у меня на самом деле значение здесь выше, чем ожидается, и это правда, выше, чем ожидается. И мы нашли один data point, который значительно выше лежит, чем все остальные data point у нас. Соответственно, что табло предлагает сделать? Здесь ниже, когда происходит такая вещь, когда у нас есть одно значение, которое серьезно влияет на нашу общую динамику, то табло предлагает вам визуализацию, как бы выглядели ваши данные, если бы этого значения не было. Я снова могу просто открыть эту визуализацию в новом окне и увидеть, как бы выглядел мое распределение без этой точки.
Я вижу, что первый пик у нас значительно сгладился. Но я помню, что еще было поле type, которое я ожидаю связано с коммерческой недвижимостью. Я могу это поле type взять, вынести на фильтр и исключить прочее из моего анализа. И я вижу, что сразу мои данные принимают значительно более там, приемлемые для меня, как для аналитика. Я вижу какие-то искажения, да, тут по-прежнему есть какие-то пики, да, но они не такие огромные, как были до этого. По крайней мере, это более такая естественная динамика здесь видна. Таким образом, Explain Data позволяет мне найти несколько вариантов объяснений моих данных, а я уже как аналитик могу решать, используя свою экспертизу, для того, чтобы отвечать на те вопросы, которые у меня появляются. Так, сейчас я вернусь последний раз к моей презентации. Мы посмотрели, как выглядит Explain Data. Мы поняли, как мы можем узнавать наши ответы на вопросы, почему быстрее, больше узнать о наших данных. Например, узнать, что у нас в данных есть поле type, которое может так сильно повлиять на нашу историю. И исследовать объяснение как одни из простых визуализаций. То есть мы можем объяснять наше объяснение. Но это далеко не все. Те небольшие демонстрации, которые мы вам показали, это далеко не все, что вошло в релиз 2019.3. То, что я на самом деле хочу озвучить, и мне кажется очень важным, это улучшение табло препа. Если вы используете преп, то он теперь интегрируется с R и Python. Вы можете создавать data roles для табло преп. И вы можете из препа подключаться к опубликованным на сервер источникам данных, что является, с моей точки зрения, большим улучшением. Также мы все время работаем над тем, чтобы возможности наших пользователей, которые работают в режиме WebEdit, соотносились с возможностями десктопа. И наши возможности создания дашбордов в браузере улучшаются, улучшаются с каждым релизом. Мы недавно добавили возможность создание параметров в вебе, мы добавили возможность редактирования тултипов в вебе, поэтому обязательно отслеживайте изменения. Возможно, до этого вы считали, что эксплореры это такие бизнес-аналитики, которые не могут глубоко копнуть в данные или построить полноценный продакшн-дашборд, но это меняется, обязательно следите за этим. С точки зрения поддержки новых возможностей, да, если вы Linux-админы, то у нас вышла поддержка Debian, и если вы хотите себе Debian-инсталляцию. Также в этом году появилась новая Hyper API, которая позволяет редактировать ваши экстракты, не только вставлять новые записи в экстракты, но и выполнять редактирование их. И также произошли большие изменения. Мы регулярно с каждым релизом, на самом деле уже в 19.3 вышла Explain Data, а в 19.4 мы уже успели ее еще улучшить. Также регулярно пополняется функциями это Ask Data и наши geo-вычисления, параметр Actions. У нас на самом деле достаточно большое количество материалов, которые будут доступны, но наш фокус в этом релизе был на доверие к данным, успешное масштабирование и популяризацию табло как сервиса. Узнайте больше о новых возможностях табло по ссылкам, которые вы видите у себя на экране. Мы каждый релиз публикуем подробное описание каждой функции, потому что мне хватило бы часа, чтобы про все про них рассказать и все их показать. Я тут вынесла уже то, что произошло и в 19.3, и в 19.4. Также у нас буквально только что прошла табло-конференция в Лас-Вегасе, на которой мы презентовали, что же будет выходить в следующем году. Там были очень ожидаемые функции, такие как динамические параметры. Для тех, кто не успел посмотреть, у кого не было возможности это сделать, обязательно заходите на сайт табло-конференции и узнавайте о том, что же вас ждет новенького в табло в следующем году. И большое спасибо за участие в вебинаре. Сейчас мы перейдем в режим Q&A.
И для того, чтобы посмотреть все вопросы, мне понадобится буквально пара секунд. Он доступен для наших пользователей с Windows инсталляцией. А в дальнейшем его развитие мы предполагаем, что будет доступно и для Windows, и для Linux инсталляции, но на данный момент это так. А как получить доступ к каталогизированным источникам данных через десктопное приложение, а не создавая книгу на сервере, как в примере? А вы можете из вашего Tableau Desktop также выбрать тип подключения Tableau Server, и у вас будут доступны в списке источники, которые у вас доступны на вашем Tableau сервере. Как подключившись к источнику через каталог, сразу были видны, были доступны вычисленные поля, откуда они взялись, чем они были созданы. Вычисленные поля, ну, мы публикуем Data Source, и в Data Source, который мы публикуем, уже есть какие-то вычисления, могут быть какие-то вычисления, там могут быть или не быть. И вычисления не всегда создаются на уровне воркбука, они могут храниться на уровне самого Data Source. Соответственно, если у вас на уровне Data Source были созданы какие-то вычисления, вы их там увидите. Так, может ли простой пользователь подписаться на обновление по важному для него отчету или их видно на вкладке Data Details? Обновления могут приходить оунерам источника данных, но как же оповещать пользователя отчета? Хороший вопрос. На самом деле, тут очень трудно определить, что такое пользователь отчета, тот, кто иногда заходит и открывает его и смотрит. А в конечном итоге очень важно, чтобы ваши бизнес-пользователи увидели, ну, показать им этот функционал, описать его для них, для того, чтобы, когда они используют отчет, они могли легко зайти на эту вкладку Data Details. И посмотреть, информацию, которая им доступна. Соответственно, Юля, я вижу, что ты мне что-то пишешь. Там будут еще вопросы или это все? Последний вопрос был про то, кто и как вносит ошибки в уведомления для каталогов данных. Мы обсуждали, что у нас в нашем табло каталоге есть люди ответственные, то есть это либо оунеры, у вас есть owner data source, или у вас есть админ. Соответственно, owner data source или админ может внести нотификацию об ошибке, о проблемах с вашей базой данных. Также если это не owner, даже не owner data source, а, например, owner какого-то проекта. То есть ролевая модель также будет зависеть от того, ну, то есть много разных пользователей на разных уровнях могут носить информацию. Судя по всему, Юля мне говорит, что вопросов больше нет. Запись вебинара, да, будет доступна. Я не очень понимаю, что имеется в виду под Decision Tree. Я вопрос увидела. Если у вас остались вопросы, на которые мы не ответили и которые для вас действительно важны, давайте вы можете либо написать письмо вашему аккаунт-менеджеру для получения большего количества информации по тем аддонам, которые вы хотели бы использовать и которые вас интересуют, и тогда мы подробно вас проконсультируем по тем вопросам, которые у вас появляются. А для тех, кто участвовал в вебинаре, где выкладываться будут записи вебинара, записи вебинаров обычно доступны на нашем сайте, но для участников обычно приходит follow-up письмо с информацией по записи вебинара. Соответственно, вы можете просто в этом follow-up, там будет ссылка, по которой у вас будет доступна запись вашего вебинара. Спасибо большое. Мария,
Matthias, I think we're finished if there's no more questions, and it seems like there's not.